Первые шаги в рамках реализации проекта вступительной кампании 2018-го сделаны. В Брестском государственном университете имени Пушкина в новом учебном году получать знания студенты смогут на иностранном языке. На специальности «Туризм и гостеприимство», а также на отдельных профилях второй ступени получения высшего образования лекции, практические занятия и семинары будут проходить на английском. Мы планируем осуществить набор на специальность «Туризм и гостеприимство» первой ступени высшего образования для обучения на английском языке. Причем такой возможностью обучаться по этой специальности на английском языке могут пользоваться не только иностранные граждане, но и белорусские абитуриенты. Также на ряд специальностей магистратуры мы тоже будем проводить набор для обучения на английском языке. Это такие специальности, как физика, математика, веб-программирование, интернет-технологии, инновации в обучении иностранным языкам, инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства и специальность «Социальная психология». Что же касается в целом правил приема, то в текущем году они не поменялись. Как и прежде, отдельный конкурс среди абитуриентов, окончивших классы педагогической направленности. В целом цифры приема на бюджетную и платную форму получения образования в ВУЗ утверждались в соответствии с потребностями рынка. В 2018 году мы планируем прием на 26 специальностей дневной формы получения образования и 14 специальностей заочной формы получения образования. На дневную форму мы планируем набрать 681 студента. Из них 411 человек для обучения за счет средств республиканского бюджета. А на заочную форму получения образования мы планируем принять 414 человек. Из них 75 для обучения за счет средств бюджета. В Брестском государственном техническом университете в 2018-2019 учебном году цифры планируемого приема весьма немалые. Традиционно ВУЗ славится подготовкой специалистов технического профиля. Акцент на эти профили в университете по-прежнему сохранится. В этом году мы планируем набрать 502 человека на обучение за счет средств республиканского бюджета. Министерство образования Республики Беларусь утвердило контрольные цифры и планируется набор также на платное обучение в количестве 853 человек. Ожидают ажиотаж не только на традиционных направлениях – строительном, инженерном, IT. Здесь будут опробованы сразу несколько новых специальностей. Профессии востребованные и интересные для современного рынка труда. Мы планируем, что ожидается спрос большой вот на наши новые специальности в этом году. В БРГТУ три новые специальности – это архитектурный дизайн, экономика электронного бизнеса и электронный маркетинг. Планируем, что эти специальности будут востребованы как у абитуриентов и впоследствии востребованы экономикой государства. Ну, также традиционно мы славимся большим высоким качеством подготовки студентов. И прежде всего по техническим специальностям у нас и очень мощный строительный факультет. Факультет, который готовит специалистов в области IT-технологий, программирования, факультет инженерных систем, экологии, машиностроительный факультет. Поэтому наши специалисты востребованы экономикой, востребованы соответствующими отраслями. Уже 2 мая в стране стартует регистрация на централизованное тестирование. Зарегистрироваться на испытания в Бресте можно будет в двух вузах города.